Всем привет, ребята, и сегодня мы с вами посмотрим. Меня попросил подписчик посмотреть видос один. Там женщина вроде, ну вот эта вот девушка поет какую-то песню. Вроде корейская, да, там символы какие-то. Я не могу название этой песни сказать вам. Как только зайдете смотреть видео, обязательно прочитайте, если ты кореец там, или ты вообще знаешь корейский там или английский, на полностью прочитаешь там снизу. Но перед тем, как мы начнем смотреть, не забывай поставить лайк и обязательно подписаться на канал. Ребят, кто не знает, какая наша цель, обязательно посмотри в предыдущем видео. У нас цель есть до 25 марта добить 500 подписчиков. 1500 нас уже, ребят, есть 420. Так что давай, подписывайся. Вот кнопку, давай там вот снизу с кнопочкой, пам, стыкни на нее и... И смотри дальше видео. Ладно, погнали, посмотрим. О, мальчики сидят. И бухают. Ой, конфетка. Дяденька очкашка. Пошла жалоба тут немножко. Она шутит, что? Она красная глаза. Это врач? Как она приходила к врачу, да? Жалоба, то есть, что-то не было. А думаешь, это да, да. Да, в больнице он лампой идет, в больнице, да. Уже пришел к врачу. По очереди. Ой, ты вообще пришел сюда с коньячком, предлагает врачу выпить или это психиатр, или что это? Там бах. А ему тоже что-то скучать, бах. Все нормально, прикольная песня, кстати. Плохо, что я не понимаю корейский. Понимал бы корейский, понимал бы песню. Ну ничего, можешь зайти в перевод и перевести. Да, в больнице она. Ребят, хотел сказать то, что насчет видео. Кто хочет, чтобы я заснял какое-то видео, которое ты хочешь, да, к примеру, обязательно напиши в комментарии, я засниму, только ты напиши сначала, я засниму обязательно. И, кстати, хотел сказать то, что не надо мне огромное видео давать, потому что у меня проблемы с памятью на телефоне, как бы, да, это мой телефон такой хороший. Максимум видео до 10 минут давайте, потому что если больше 10 минут, то я точно его не засниму. Если что, не обижайтесь потом, если вы скинете там видео, которое идет, где это 15-20 минут, и вы просите засними реакцию, я там снимаю на другую, и вы говорите, ой, почему ты не снял мое видео, да? А потому что ваше видео очень долго длится, и, во-первых, у меня памяти на телефоне мало, и, во-вторых, у меня телефон не прям такой мощный, чтобы прям так, это вот. Так что вот так. А мы погнали дальше смотреть видео. О, теперь он пришел жаловаться. Кто эта женщина? Кто тот? Кто с перстнем пришел? А это с чем? Тоже перстнем поставил печать. Мы
MC 띵거 꼬리덕에 탈색 야스컷 난 힙합 신의 초희귀 좀 왔어 yeah 야 난 미안 지심 우리 뱀 하객상 yeah 에이 난 움직인 초코가 안 막혔든 야 2019년도 다 해먹거든 올해도 내년도 우리 거 보면 안 쓰고 놀리죠 О, уже на скорой. Я же говорю, что что-то с больницей связано. Если ты знаешь насчет этого видеоролика, пиши комментарии, где это снимали и что это за видео. Амбуланс, я же говорю. Ну, на этом конец замечательной песни. Надеюсь, тебе она понравилась. И ты обязательно поставишь лайк, и подпишешься на канал, напишешь замечательный комментарий. Но мне кажется, это, да, больница, потому что то к врачу они по очереди приходили, то вот эта лампа вот в операционной, знаете, которые есть такие вот, то скорая вообще, скорая это вообще. Там и костюм такой, типа, как, знаете, сейчас вот коронавирус-то в маске, это вот полностью, это вот. Мне кажется, что со скорой связано, ну, с больницей связано. Если ты знаешь вообще насчет чего это видеоролик и, типа, что она поет в нем, обязательно напиши в комментарии, я обязательно прочитаю, мне будет тоже интересно, и обязательно лайкну и отвечу на твой комментарий, так что пиши, давай. На этом у меня все. Не забудь подписаться, поставить лайк. Пока-пока.